Уже был изобретен телеграф, да, Шиллинг фон Кронштадт, первая попытка создать телеграф. Он же создал уже шифры довольно прочные, эпиграммные шифры, которые взломать было сложнее. Расшифрование вот это вот, истории преувеличены, может быть, потому что это, можно сказать так, некая мелочь для криптографического отделения при МИДе, которая раскрывала переписку высокопоставленных послов, дипломатов, вот, или при военной ведомстве, которая вообще объединяла в себе и разведку, и перлюстрацию, и дешифрование. Мало, к сожалению, сохранилось документов, в том числе отчетных кабинетов, да,